31 апреля действительно повышается пенсия по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной, на 8,6%. Вот стоит отметить, что социальная пенсия – это особый вид пенсии, который получают в основном те, кто вообще не работал, допустим, детки-инвалиды, либо работал совсем мало. Вот у этой категории населения пенсия повысится с апреля. Также хотелось бы сказать, что изначально повышение закладывалось в размере 7,7%, но по решению президента процент индексации был увеличен. Обращаться за индексацией пенсии для ее увеличения никуда не нужно, документы не нужны, пенсионный фонд все сделает автоматически. И по нашим данным, с апреля увеличенную пенсию получат более 38 тысяч жителей Ульяновской области.